Доброе всем утро, мы тут гуляем. У нас-то тут такая вот экскурсия приехала, что-то там рассказывает про ламбу, что-то там. Интересно послушать, но работать надо идти. Сейчас Чарли дела свои сделает. У нас дождик прошел, представляете, ночью вообще не передавали. А у меня белье висит на балконе. Так вот, будет еще висеть неделю. Ну, не неделю, до понедельника, потому что на завтра обещают опять дожди. Ну, вообще, такой конкретный дождичек отошел, я так смотрю. Мне там уже бабушка ждет. Ну, она рано приходит, поэтому пускай ждет. Знает, что я в 10 открываюсь. Приходит полдесятого. Зачем? Не знаю. Зато она хочет быть первой, чтобы быстрее освободиться. Если у нее она так спешит, то какого хрена приходит за полчаса до открытия? В общем, фиг поймешь их. Этих бабушек. Это какой-то кобздец. Полотенца вообще не сохнут. Еще ночью дождь был. Хотя я их и спрятала, полотенца, но они нифига не высохли, потому что 100% влажность. Я когда на курсах была, вот, парикмахерских, я помню, у нас вот так тоже был такой случай, что полотенца не сохли нифига. Вот, и преподаватели, скажем так, но это была парикмахерская академия, в общем, запихали вот сюда вот, это сушилка для волос, запихали туда полотенце и таким образом сушили. Я решила тоже попробовать, потому что, ну все, трындец, они не сохнут, не сохнут нигде, не внутри, я уже сюда их всех занесла, еще не знаю, что делать, потому что полотенец уже мало вообще там. На завтра, хоть хотя бы, чтобы они высохли, на сегодня мне хватит, а вот на завтра... Ну что ты бегаешь, что ты бегаешь? Мы уже сейчас домой пойдем. Да, да, да. Я сегодня опять в угах. Так тепло, хорошо. И мухи не кусают. Я уже кашеварю. Здесь обжариваю, обжарила лук, добавила грибы вот эти, которые я вчера купила, вкусняшки, которые мне напоминают опята, они прям такие же вкусные. А здесь я буду сейчас варить бульон. Добавила туда мясо. А вот это нут. Нут у меня специально в таком мешочке. Я его замочила. Вот, чтобы бульон я потом процеживаю. И чтобы не выковыривать нут из бульона. Он просто вот сварится в этом мешочке. И будет очень вкусно. Нут я обожаю в любом его проявлении, скажем так. Вот. Утро названивает мне эта компания бывшая, замучили уже, звонят, а еще знаете как звонят, вот так, у меня, как это назвать-то, прозвон делают даже, они звонят, а прозвон делают, что у меня даже времени, я не знаю для чего они это делают, может быть потом, чтобы мне предъявить что-нибудь, что они мне звонили, а я трубки не брала или что. В общем, непонятно. Но звонят и звонят. Я на работе, они мне трезвонят и трезвонят. Ужас. Вот, сейчас грибы добавлю яйцо, и будет у меня вкусно. А, еще мясо на гриле пожарю. В общем, будет так шикарный обед. Вот такой у меня обед. А это муж. У него то же самое, только шампиньоны. Он такие грибы не любит. Всем приятного аппетита. Бульончик почти сварился. Он такой беленький, вкусненький. Знаете, в Испании, чем белее бульоны, тем они вкуснее. Пойду наверх посмотрю, высохла ли одежда. Потому что мне уже сейчас идти на работу. Позвонила клиентка. Сказала, можно ли на 5. А на 5 у меня очень много народу. Три женщины, все на 5. Поэтому я ей сказала, приходи в 4. По-моему, высохло. Ну и по огородику давайте посмотрим. Вот эта часть вообще прям шикарно растет. Смотрите, какой он большой, классный. А эта часть как-то не очень. Не знаю, в чем причина. Здесь йод. Ну, растет, но медленно. Земля одна и та же. Все одно и то же. Как-то странно. Ну да ладно. Загорает мое счастье. Ляпа такая. В общем, да. Пойду на работу. 3 на одно время. Ну там просто идет одна, то ли придет, то ли не придет. Одна на покраску, а одна на укладку. Вот я одну покрашу, вторую буду укладывать. А третья не знаю, придет, не придет. Хочется еще и в спортзал успеть.
В общем, посмотрим, что получится. Я освободилась от работы. Сейчас быстренько занесу эти полотенца. Я с ними... Да, мы освободились. Сейчас домой пойдем. Быстро. Времени очень мало. Буквально вообще его нету. Переодеться и бежать в спортзал. Так спешила свалить с работы, что забыла телефон, блин. Ну ладно, я прям буду проезжать почти что мимо с работы, поэтому остановлюсь и заберу телефон, потому что без телефона я никак. Как без телефона целую ночь? А что он там без меня будет делать? Ну какого хрена ты туда залез? Баха дай! Любит он там посидеть. А вообще, вы знаете, я заметила, чем больше спешишь, тем как бы у тебя получается как длиннее, что ли сказать. Не длиннее, а медленнее все делать. Это Чарли увидел своего недруга. Бахадай! Бахадай! Оге! Это вот когда собаку мы проходим мимо его дома. Вот они так себя ненавидят. В общем, да, здесь даже есть такая пословица «Вистами диспасио кетенгу приса», что означает «Одень меня медленно, я спешу». Так и вот здесь. Поспешишь, людей насмешишь, у нас говорят, да? Улицы тут такие. Сейчас вот кое-где машину остановлю. Где-нибудь. И бегом, блин, за телефоном. Тоже я не усну. Есть всякие планшеты, все дела. Но все равно. Вот тут сейчас примощусь. Быстренько, блин, если мне дадут. А вот тут примощусь. Я уже домой пришла. Разбираю тут бульон. Смотрите, целая кастрюля такая большая бульона получилась. Это вот нут. Из него можно даже что-то второе приготовить или даже добавить в суп. Будет очень вкусно. А из этого мяса я хочу сделать колбасу из мяса и из морковки. Я в интернете много разных рецептов видела. Ну, там просто добавить специи, сок свеклы и желатин. Я не знаю, что получится, но плохо все равно не будет, потому что натурпродукт, скажем так. Вот. Это отправляется все в холодильник, ждать своей очереди. А мне нужно кое-что доделать на завтра, потому что у нас завтра кое-что намечается и кое-что делаю. Но это будет завтра. Так что не забыли подписаться, подписывайтесь. Крышка. Где крышка? Вообще сегодня так устала, вообще на работе. Надо мной подписчики, клиентки смеялись, издевались надо мной. Потому что народа было много. И они сидят, значит, такие. Ой, сегодня ты в спортзал, говорит, не попадешь. Я говорю, в смысле не попаду? Попаду. Они говорят, не, говорят, куда? Ты же не справишься, типа это. Типа смотри, сколько народу. Какой спортзал, говорит? Не, не попадешь. Я говорю, сейчас я вас всех туда приходу быстренько. Все равно уйдете, говорю. Да, это. До срока. Но оно так и получилось. А еще, знаете, вот я, помните, говорила, что парикмахерское дело это такое, что уезжать далеко нельзя, пропадать не то, клиентки разбегутся. Вот, и сегодня это, как бы говорится, подтвердилось, потому что, я не знаю, помните вы, не помните, говорила, что ко мне несколько клиенток пришли с другой парикмахерской, потому что там у нее что-то с рукой было, в общем, она это не могла работать какое-то время,
Вот. И вот сегодня ко мне пришла клиентка и говорит: все, вышла моя парикмахерша, говорит, ну я это с ней сходила, покрасилась, а укладываться буду к тебе ходить. Вот так вот, понимаете? Нет, так, ну конечно, хорошо, но также и мои могут уйти клиентки тоже. Разнюхать, вот я в России была, могла бы какая-нибудь, никто не ушел, разнюхать, уйти в другую парикмахерскую, там бы ей понравилось больше. Вот так вот, так что нельзя, как говорится, всегда нужно быть начеку и баловать своих клиенток, а иначе разбегутся. Я, конечно, порадовалась за себя, что она ко мне вернулась, и знаете, стимул как-то поднялся, не стимул, а самооценка, да. Ну вот, ну потому что раз она вернулась ко мне, значит, у меня тоже ничего. В общем, да, вот так вот. Еще делов у меня море. Море, море, океан. Так что буду доделывать. Вообще не знаю, что как делать. Как что-нибудь придумаю, сама потом не рада. Ой, сама потом не рада, но уже придумала. Будем делать дела. А какие вы завтра увидите, все. Ладно. Я сейчас, мне еще поесть как раз нельзя. Я сейчас доделаю дела. Посуду надо помыть и к вам вернусь. Ужинать буду вот этими фруктами. Я уже доделала дела. Надо их доесть. Ой, блин, они, смотрите, совсем уже поспели. Надо их доесть. А то что ж, я зря собирала. И мангу надо кушать тоже. И клубнику, вообще все надо есть. А когда, не знаю. Когда надо это все есть, понятия не имею. Вот, друзья, завтра будет офигенный день. Я вам обещаю. Так что жду от вас комментариев интересных. Встретимся с вами завтра. Завтра дождь обещает целый день. Работа, конечно, будет, не знаю какая. Ну ладно, клиентки есть. В общем, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.